ключи. Все, контрольная проверка. Гироскутера. Он даже перестал оранжевым мигать, прикинь. Ну, так заряжает. Может, просто в режиме ожидания такое? Вот, типа заряжался. Неизвестно, что взяли, блин, эх, люди. Снэп, мэп, дрэп. Человеки. Вот смотри, по идее запустил. Вот смотри. Все. Понимаешь, блядь, все. Вот эта тема, все. Он никак и ничего. Ты прикинь? Вот он встал, фиксация. Вот он тянет назад, ее жестко тянет назад. Вот сейчас он, и все. Вот он колеса прокрутил, и все, сел. Ну не сел, он в защиту в какую-то ушел. Это не сел. А что это такое? Вот это... А, ну да, это может быть и не сел, какая-то хиромания. Ушел в какую-то защиту. Он вернулся. А что ты близко кидаешь? Вот сюда. Я держу там сколько-то секунд, может быть. Вот что замигало. 10 секунд, может, какой-нибудь режим перезагрузки. Сейчас его нету вообще гироскутерного этого эффекта. Получается, он просто в какой-то вот. Нажал, выключил. Включи. Вот он поймался, да? Вот это ясно. Все, сейчас он выключится. Не выключится. Он будет работать, но почему-то он. Одно колесо. Одно колесо крутится. Нет, но это не все. А я понял, почему. Может. Он назад крутится из-за того, что. Сейчас. Тихо, парни, отойдите. Хорошо. Он и показывает две. Две сейчас начал Серега. Показывать, да? Да. А раньше одно я показывал. Это волшебство! Он не такой, он может быть более продвинутый, чем тот, который был. Был в зале, но вот в зале могу сказать, что у нас намного проще было. Да, понятнее. Да, более понятливее, да. Он скорее всего... Че, парни, семки есть? Семки? Сейчас, погоди. Он скорее может быть чуть продвинутый, и босиком не так удобно на нем. Это странно, но при всем при этом, возможно, мы его... Нет, мы его в любом случае починили. Его надо будет катать сейчас до полной разрядки. Ты близко, что ты стоишь? Нормально встал. Руки или я тоже? Прошу. У меня Аринка, блин, тоже откуда-то цепанула. Это окей, представляете? Я прям разрядки, так, не пойму, думаю, что за прикол, блин. Пришлось коробку снимать. Нет, в коробке лежит батарейка. Я туда батарейку вложил. Пришлось снять отсюда коробку, чтобы положить аккумулятор упакованный. В общем, это пока делаем, фиг его знает. Сейчас посмотрим, что как. Вот сюда я, короче, здесь старый блок. А это коробка. Все, старый блок и болтики от него. Теперь как будет съемка, да, пожалуйста, камеру. Сейчас мы проверим, как будет съемка. Плавность наведения. По центру вставай. Еще чуть-чуть отойди к турникам, отходи к турникам. Отходи сюда. Не-не-не-не, тебе надо было наоборот двигаться, да, тебе надо было все время держаться, все время центр. Сейчас, погоди. Давай сюда. Так, ну все. Вот сюда. Смотри, да. Было. А там было, на, там было. Не обливаться бы только бы. О, да. И прям туда. Три буха. Посмотрим, что получится.